І підійшов ось один і до нього сказав: «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» І він йому відказав: «Чого зовеш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді». І той питає його: «Які саме?» А Ісус відказав: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе». Говорить до нього юнак: «Це я виконав все, чого ще бракує мені?» Ісус каже йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб те на небі. Потому приходь та йди вслід за мною». Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням: «По правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще вам кажу, верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство війти». Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже і сказали: «Хто ж тоді може спастися?» А Ісус позирнув і сказав їм: «Неможливо це людям, та можливо все Богові». Открываю дверь души моей и зову тебя: войди и властвуй. Просто говорю тебе я: здравствуй. Просто говорю тебе я: здравствуй. Просто открываю в сердце дверь, признаю, что жил я глух и слеп, признаю, что жил во тьме, в кромешной, без любви твоей, святой и нежной. Коротал свой безнадежный век. Забываю все, что было до. Еще до моего рождения в нашем дворе отец сам сделал бильярдный стол, и я вырос в атмосфере игры. Когда мне было 12 лет, старший брат мой трагически погиб. И это тяжело переживало и семья наша. Вот я остался один в семье, и отец учил меня играть на бильярдном столе. Вот игра на бильярде, она меня очень увлекла. Я очень много времени проводил за бильярдным столом с отцом, с двоюродным братом. Это вошло в меня. И вот в 16 лет я первый раз пошел в гостиницу «Кремень», там была бильярдная, и начал играть не просто ради інтересу, а вже під, на інтерес під деньги. Ось так непомітно в життя Валерія Іванова увійшла гра. Для мене не существувало дискотек, ресторанів. До 25 лет я взагалі алкоголь не приймав, я не курив, тому що для мене було непонятно, для чого це, чому якщо це роблять всі, а мені це неприємно, і воно, і моє дух і тіло противиться, тому я цього не робив. Уже в раннем возрасте игра настолько была неотъемлемой, это как кожа человека. Просто открываю в сердце дверь. У школі Валерій Іванов був звичайною дитиною, нічим особливо не вирізнявся. Книжок читати не любив. Але Господь Бог не оминув його талантом. Валерій чудово малював. Він навіть мріяв бути художником. Ось ці дві картини в інтер'єрі його нинішньої квартири Валерій написав ще в ті юнацькі роки спеціальними барниками на полотні дерева.
Його батько, який був знаним у Кременчуці майстром по дереву, оправив їх у різьблені рамки. Але митцем Валерій не став. Він став гравцем. Відслуживши 2 роки в армії, деякий час працював художником-оформлювачем на заводі. Проте головною в його житті була гра. У мене, крім того, що я працював, почались ігри в карти, в нарди. Я почав на більш високі ставки грати, у мене з'явились гроші. Уже на малі ставки мене не удовлетворяли, я не отримав удовлетворення. Тобто, знаєте, це як доза, може бути, наркотиків, знаєте, коли одна доза вже не устраює, тобі треба, тому тут вже зростали. Тому цей бізнес ще більше поглощав. Він жив ніби в коконі – робота, більярд, дім. Життя навколо текло, як звично, повз нього. Азарт, гра полонили Валерія. У нього не було друзів. Він був замкнутий у сім'ї. І єдине, що вабило його поза грою – це природа. Когда мне было 15-16 лет, я в природе ощущал то величие, но не понимая, что это. Это сейчас я могу говорить, как говорил псалмопевец, Господь нашел меня тогда, когда я его еще совсем не знал. Тогда я этого не понимал. Это было состояние, которое невозможно описать человеческим языком. Это то, что меня влекло. И это настолько меня влекло, что большую часть дневного времени я пребывал на природе. Меня тянуло к уединению и размышлению. Вот там было соприкосновение, это я сейчас понимаю, почему меня именно вот Господь в течение 17 лет вел именно таким путем. Я был среди людей, но был в пустыне. Забываю все, что было до, и не знаю я, что будет после. Просто быть хочу тебя я после. Просто быть хочу тебя я после. Знать тебя, любить тебя. Тоді він не знав ще Бога, але Господь Бог знав його. Залишаючись на самоті, там, серед тиші, Валерій привідкривав своє серце, впускаючи в нього красу Божого творіння. А потім повертався у світ азартних ігор. В 92-м году это был расцвет криминальных структур. Ко мне обратились возглавить казино. И это было настолько мне близким и родным, что я был настолько рад. Почему? Потому что игра была моим естеством. И в 92-м году меня направляют, я еду в Винницу обучаться. Если это можно назвать ремеслом этим. Вот. И в 93-м году открывается первое в Кременчуге казино. Я ехал, как обучался, как крупье, но потом, обучая персонал и готовя все к открытию, мне дают должность менеджера сразу. Вот. И с этого момента я еще больше поглощаюсь в эту зависимость. Меньше времени остается для того, чтобы быть где-то на природе. Здесь нужно было вписываться в график, это была ночная работа. Более того, пошел новый приток денег.
Рулетка його життя закрутилася. Валерій став професіоналом грального бізнесу. Він відчував підтримку кримінальних авторитетів, а тому паралельно процвітав і його власний бізнес у цьому закладі. В іграх у карти все нечесно. Варіантів для виграшу у опонентів Валерія практично не було. Все йшло чудово. Він став успішним менеджером. Фортуна посміхалася Валерію широкою посмішкою. Тільки глибоко в душі щось йому не давало спокою. Уже лет 18-19 я все время задавал себе вопрос, что такое счастье, как быть счастливым. Потому что для меня было чуждым празднество, отмечать день рождения. Это мне было в тягость, и я не понимал этого. Я хотел постигнуть эти сокровенные состояния вот радости и счастья. Придя с армии, я задавался более глубокими вопросами, и вот, хотя в школе учился неважно, и могу сказать, может быть, за всю свою жизнь прочитал, может, 3 книжки, несмотря на то, что учился. Вот, меня привлекли философия, я начал читать Шопенгауэра, Сенеку, Аристотеля, пытался там найти ответы на те животрепещущие вопросы моего сердца. Было какое-то несоответствие, что я вот как бы не от мира сего. Я не находил удовлетворения от того, что было более приемлемо большинству людей. И я все время удалялся, уходил на природу, пытался уединиться и понять, что есть счастье. Почему я не могу быть какой-то в гармонии даже среди людей. И вот мне было 23 или 22 года, соседка подарила карманную Библию, и я попытался ее читать. Но с первого раза мне было ничего не понятно, и я оставил так это. Вот, хотя это вот что-то влекло меня к этой небольшой книжечке. И вот где-то, может, через год-полтора я второй раз взял ее в руки, и что-то для меня было притягательно и привлекательно. В минуты депрессии, вот тяжести какой-то, открывая Новый Завет, я ощущал неописуемую словами тот мир и радость, который наполнял все мое естество. И постепенно некоторые стихи, повествования из Священного Писания давали мне тот мир, к которому я стремился. Это побуждало меня изучать, но очень многого было непонятно. Но параллельно с этим продолжалась моя игра. Это влекло меня больше. За його серце боролися двоє – гріх і любов, диявол і Бог. Один спокушав – успіхом, кар'єрою, грошима. А інший тримав його серце чутливим і відкритим до Божого творіння. Бог є любов. Але у долі Валерія продовжувалася своя гра. Гра з гріхом. В ресторані «Богемія» вот хозяева ставят 2 стола, карточный и рулетку, и я начинаю работать, собираю команду из крупье, которые работали со мной. Уже в этот момент я даю согласие работать каждодневно, каждую ночь, без выходных. Это мое желание, это моя сущность. Я понимаю, что все скоротечно и недолговременно. И в какой-то мере я хочу обезопасить себя в плане средств, чтобы не зависеть от этого мира, чтобы быть свободным. Свобода, в моем понимании, это когда нет давления извне, от властей, от людей. Вот пребывать в том состоянии, в котором меня больше тянет. Я вел ночной образ жизни. То есть днем я спал, ночью я бодрствовал, я играл. Это было моим естеством нормальным. То есть бывало такое, что я мог сутками играть. И это меня изматывало. Ну, годы молодые, я чувствовал в себе силы. Хотя мне говорили, что это в конечном итоге отразится. Но кто на это обращал внимание? Я говорил, шахтеры в шахте работают, а тут подумаешь, там накуренное помещение. Хотя я сам не курил. Где-то в 87-м году я познакомился с человеком, который освободился из мест лишения свободы.
жил в России до этого на севере и отбывал срок за мошенничество. Этот человек начал обучать меня. Почему? Потому что заработать деньги, ну, будучи игроком, только можно путем обмана, нечестным путем. И это настолько было легко делать, что вот занимайся то, что тебе по сердцу, у тебя огромное количество денег, ты не знаешь их куда вот совать эти деньги. Ты открываешь счета в банках, покупаешь облигации. И единственное, в чем я нахожу удовлетворение, это удалиться. Удалиться и быть наедине. Працюючи в казино, він замислювався над природою гріха. Как-то, когда меня пригласили на крестины, и вот поймал в момент, когда батюшка с церкви мог уделить мне время, я спросил его, является ли грехом, этот вопрос меня волновал, является ли грехом то, что я работаю в казино. И он ответил мне, что если там нет обмана, то это не есть грех. И я на какое-то время успокоился. Хоча обман, звісно, був. Ну вот когда подаются фишки, они продаются в столбиках, вот крупье их подают, и стеки они называются, то есть подается по 20 фишек. И я обучал их подходить индивидуально, если, допустим, игрок пьян, вот ему подавались по 19 фишек, а оборот очень большой за ночь. То есть идет конвейер. Игрок казино, и вот в процессе, это я только один пример привел, хотя там сама система выигрывает, там ничего не нужно. Но я, будучи изобретательным и в этом плане, то есть почему? Потому что мне платилась не только зарплата, но и проценты, поэтому я был заинтересован. Пожадливість потому зачавши народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Життя і смерть сходяться ось тут, на старому цвинтарі. Тут закінчується одне і починається інше. Тут в скорботній тиші думається про вічне. Після смерті брата Валерій не міг слухати похоронну музику, але з часом саме цей старий цвинтар став його душевним сховищем. Убігав від міра, щоб в розмишленні, в уєдиненні знайти то рівновесі і спокійстві, який наповняє тебе. От тоді, коли тобі добре. Навіть будучи підростком, я часто виходив на кладбище і знаходив там уєдиненні від цього міра. Я зараз розумію, чому мене туди влекло. Ця грань, наскільки вона близька до людини. Ми часто порой не задумуємося над цим. В скольких шагах ми стоїмо від вічності. И там, читая надгробные плиты молодых людей, которые ушли рано из жизни, я размышлял над этим. Особенно это было весной. Я любил туда приходить. Вот этот контраст оживающей природы и уходящей человеческой жизни, за которой следует вечность. Вот там вот Господь открывался. Я тогда этого не понимал. Но в минуты, когда мне было тяжело, когда сердце мое изнывало от того, что я не находил того мира, той радости, умиротворения среди людей, среди этого мира, вот там, оставаясь один на один, как я понимал, не один на один, со мной был некто, который открывал сущность в природе, в величии неба. И это невозможно объяснить, эту бесконечность, которой ты соприкасаешься сердцем, сердцем Творца. Это величие. И наряду с этим продолжалась игра. Она больше и больше поглощала. Это было моим образом жизни, было моим естеством, а сами средства, ну вот они есть и есть. Как бы в перспективе я думал о завтрашнем дне, чтобы мне, допустим, не работать, потому что, ну, я закончил училище на сварщика,
хотя им не работал, только закончил, работал художником и оформителем, потому что у меня было желание, хотя образования не было художественного. Видел, как тяжело трудятся, потому что к труду, ну, у меня желания не было трудиться, скажем так. Вот, поэтому как бы наперед вот с тридцатого, чтобы быть свободным. Вот, все время стремление к независимости. Вот, это то, что немножко подавляло меня, что какие-то обязанности, ты должен в 8 встать, пойти на завод, отработать 8 часов времени. Вот это как-то меня подавляло. Второй момент, это мне очень нравилось. Игра пронизала все мое естество, каждую клеточку мою. Это было уже неотъемлемо. И это давало мне свободу. Я зарабатывал деньги, мне не нужно было работать. Человек, который занимается любимым делом, как художники, я не знаю, там, музыканты, они получают удовлетворение. Вот это состояние, в котором я находился. Вот, поэтому деньги это были второстепенные, вот. Но желание обладать ими было. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Буде скарб твій, там буде й серце твоє. Як реліквії того часу, Валерій і донині зберігає облігації і ощадні книжки. Розпад Радянського Союзу перетворив всі ці заощадження в порох. До великих грошей Валерій звик. Вони були стимулом у грі, але не зробили Валерія своїм рабом. Він не спокушувався розвагами, розкошами і марнотратством. Желання машину купити чи дім построїти у мене не було. Єдине, що я почав путешествувати. І коли я в 89-м году работал тоже художником-оформителем на стальзаводе. Была одна единственная путевка, круиз по Средиземному морю. Греция, Италия, Мальта, Турция. И, как ни странно, одна единственная досталась мне. Сейчас я понимаю, что это не случайно. Вторая поездка в 94-м году, это были Канарские острова. Тут как бы я уже сам поехал индивидуально, если там были сопровождающие, то есть это был Советский Союз, там и работники КГБ ехали, то здесь уже свобода, вот, незалежная Украина. После этого единственное, на что я тратил деньги, это я путешествовал. Він побував у різних куточках планети, обирав нелюдні місця, де можна бути наодинці з природою. Він був закритим для світу і навіть для своїх рідних. Це була трагедія. А що я могла сказати? Без роботи було много. І пішов грати. Йому це вдавалося, він хорошо там, я не знаю. Ну я, звісно, була дуже проти. Даже очень. Лучше кусочек хлеба скушать и спокойно же лягать и вставать. Материнське серце щеміло, але Валерій йшов далі. На рулетці його життя випадали великі виграші. Валерій навчився не програвати. Він створив власний бізнес, став власником казино у центрі міста. Справи йшли успішно. Відкривалися нові перспективи розвитку гральної справи. І раптом одна зустріч перевернула все його життя. 2004 года я начал уже деятельность как хозяин заведения. Естественно, опыт за 11 лет, который был накоплен мною в этом бизнесе, давал результаты. То есть на этот момент, рассчитывая на какую-то прибыль, а я знал, какие прибыли оно дает, это превзошло все ожидания. То есть деньги пошли такие, что ну, я не знал, честно, куда это. Вот, купил себе тоже квартиру, сделал ремонт такой, какой воображение мое позволило. Так же само продолжал путешествовать. Но переломным моментом явилось случайное знакомство с верующим адвентистом. Это произошло случайно в мирской компании, когда мы заговорили о Боге. И эта встреча на сегодняшний день, я понимаю, кардинально поменяла все.
За нібито випадковим знайомством сяяла велика Божа любов. Це була вже не гра Валерія і не гра долі. Це був великий Божий план спасіння його душі. Валерій зробив свою головну ставку – ставку на Бога. Що було далі? Бог вчинив неймовірне у житті Валерія. Продовження цієї реальної історії у наступному фільмі «Вихід». Боже, стою пред тобой на коленях, сльози текут, я молю о прощенье все. Чем была жизнь полна? Все, чем я жил и к чему я стремился, вмиг унесло, и мне нечем хвалиться, лишь тобой. К тебе, мой Бог, хочу туда, туда, где Божья слава освещает град. Цветы роняют чудный аромат, и глаз не видел, как цветет Эдемский сад. Я хочу туда, Бог, возьми меня. Тоді відізвався Петро та до нього сказав: «От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж буде нам за це?» А Ісус відказав їм: «По правді кажу вам, що коли при відновленні світу Син Людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете і ви, що за мною пішли, на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїльових. І кожен, хто за ім'я моє кине дім, чи батьків, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні – першими».